Мы приблизились к экватору второй части единого государственного экзамена, задание номер 21. Каков алгоритм выполнения этого задания? Здесь опять же нужно начинать не с рассмотрения графика, а нужно начинать с внимательного чтения текста задания. Нужно выделить количество вопросов и количество элементов ответа, которые на них нужно дать. А во втором и в третьем вопросах по два элемента ответа. Если вы хотя бы один из двух элементов забудете, весь ответ на вопрос будет засчитан как неверный. После этого нужно понять смысл задаваемых вам вопросов, выделить ключевые слова, которые помогут искать информацию в условии задачи. Какой именно товар продается на этом рынке? Это задача про спрос? Или это задача про предложение? Почему это важно? Потому что применительно к конкретному виду товара вам нужно будет давать пояснение во втором вопросе. А если вы перепутали спрос и предложение, вы вспомните не те ценовые факторы, которые требуются для этого объяснения. И, наконец, какое дополнительное условие дано в третьем вопросе? Потому что надо его ни в коем случае не забыть. Что меняется на рынке, чтобы посмотреть, как это повлияет на изменение цены и спроса или предложения. Уже только после этого мы сравниваем наши вопросы с ситуацией на графике. Если нужно, прямо на нем рисуем дополнительные построения. А затем аккуратно оформляем ответ, не пропустив ни одного вопроса и ни одного элемента ответа. Вот конкретная задача. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке легковых автомобилей в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. Буквой P на графике обозначена цена товара, буква Q – количество этого товара. Итак, мы видим, что перед нами рынок легковых автомобилей, запомним это. Дальше перед нами кривая предложения, с которой что-то происходит, она у нас сдвигается. А при этом спрос остается неизменным, каким он был, как в песне поется, таким он и остался. И вот теперь читаем вопросы. Как изменилась равновесная цена? Ищем первую точку равновесия на нашем графике. Вот она у меня нарисована. Затем ищем вторую точку равновесия. Куда переместилась у нас кривая? Вот эта точка. Если не видим невооруженным глазом, с помощью линеечки делаем дополнительное построение, проекцию, раз речь о цене, на ось Пи. И мы видим, что цена у нас снизилась. Теперь читаем второй вопрос. Что могло вызвать изменение предложений? Нужно указать одно любое обстоятельство. Для тех, кто не понял с первого раза, Татьяна Евгеньевна в скобках написала подсказку. Фактор. Имеется в виду не ценовой фактор, в нашем случае предложения. Но после этого важно не забыть объяснить, как этот фактор влияет на предложение. Причем обязательно к тому рынку, легковых автомобилей, который у нас был указан в условии задачи. И после этого идет ответ на третий вопрос. Как изменится спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы населения при прочих равных условиях? То есть важно показать, и что со спросом произойдет, и что в результате произойдет с ценой. Итак, где у нас на графике спрос? Вот он был замерзший. Если у нас доходы вырастут, понятно, что спрос у нас возрастет. И когда мы дорисуем по линейке новую прямую, да, связанную с предложением, со спросом, мы увидим, что с ценой происходит. Новая точка пересечения будет гораздо выше расположена на графике, чем была раньше, поэтому цена вырастет. И теперь мы записываем свой ответ. Равновесная цена у нас уменьшилась. Вспоминаем неценовой фактор, связанный с рынком автомобилей. Вот здесь очень важный момент, на чем, опять же, прокалываются очень многие ученики. Нужно не абстрактные слова,
изменение ресурсов стоимости. Раз это легковые автомобили, какие именно ресурсы нужны для сборки автомобиля? То есть, допустим, подорожание запчастей, повышение стоимости краски. Ну, чтобы мы увидели что-то, какой-то конкретный ресурс, который действительно нужен для сборки автомобиля. Либо, как у меня в примере получается, благодаря внедрению новых технологий сборки автомобиля. Вот он фактор, новая технология. Но обязательно прожуем причинно-следственную связь. Возросла скорость сборки, а следовательно и количество произведенных машин. Вот тогда мы видим увеличение предложений, что от нас и требовалось. Ну и ответ на третий вопрос мы с вами уже на графике зафиксировали. Рост доходов населения при прочих равных условиях приведет к увеличению спроса и увеличению равновесной цены. Важно не забыть ни спрос, ни цену, когда вы записываете свой ответ. Иначе вы минимум один балл теряете за третий элемент. Забудете объяснение к технологии. Еще с одним баллом в результате распрощаетесь. Напишите просто, безотносительно автомобиля. Изменение стоимости ресурса привело к росту предложения. Это не связано с рынком легковых автомобилей. Тоже минус один балл. Задание номер 22. Тоже начнем не с текста задачи, а начнем с алгоритма выполнения. Сначала нужно внимательно прочитать текст задания. Почему? Выделить количество вопросов в этом задании. Количество элементов ответа, которые на них нужно дать. А в современных вариантах этих элементов может быть уже по два и даже по три при ответе на каждый конкретный вопрос задачи. Вопросов-то всего четыре, а ответов реально получится и пять, и шесть, и семь, смотря сколько потребует Татьяна Евгеньевна. После этого нужно найти и выделить в тексте задачи предложение, которые содержат информацию, которая вам потребуется для ответа. Третья часть. Увы и ах, последние годы один из четырех вопросов задачи не содержит в явном виде ответа в тексте самого задания. Здесь вам придется напрячь извилины и свои собственные знания по предмету мобилизовать, чтобы вспомнить эти самые недостающие элементы ответа. И последняя часть алгоритма – аккуратно оформить свой ответ, опять же не пропустив ни одного вопроса и ни одного элемента. И, друзья мои, здесь очень важно нумеровать свои мысли. Задача – 4 вопроса. Если вы перепутаете последовательность вопросов и, что еще страшнее, последовательность ответов на эти вопросы, эксперт ЕГЭ не должен за вас стрелочками перерисовывать и передвигать ваши позиции. Если вы поставили цифру 2, что у вас это на втором месте, и с вашей точки зрения это ответ на вопрос номер 2 к задаче, не важно, что ты на самом деле ответ номер 4, и эксперт об этом догадался, он расценивает, что это ответ на второй вопрос, и ставит вам 0 баллов за этот второй вопрос. А там не вопрос четвертый, и у вас вообще стоит прочерк, хотя на самом деле где-то выше написано. Он вам оценит тоже как неверный, и вы в результате потеряли 2 балла при выполнении этого задания. Поэтому очень необходима тщательная корректная запись своего ответа. И, конечно, не только в задаче, в задании номер 22, но и в других заданиях, где мы видим, несколько вопросов задаются. Вопрос первой части задания номер 18. Вопрос ко второй части. Что в 17 задании это ответ на первый вопрос задачи, а вот это уже на второй, а вот это на третий. Эксперт не обязан по инструкции. Он, конечно, может над вами сжариться, но он не обязан подыгрывать вам и за вас выполнять вот эту черновую работу, стрелочками перемещая, а уж тем более из задания в задание переставляя ваши ответы. И раз уж мы об этом заговорили, правильном оформлении. Если, как в русской народной мудрости, умная мысля приходит опосля. Вы в конце экзамена вспомнили, что вы не дописали ответ к заданию номер 17. И на последнем листе в бланке номер 2 вы ставите 3 цифру и пишете третий элемент ответа, забыв указать, что это ответ на задание номер 17. Что увидит эксперт?
У вас перед этим было 25-е задание. Значит, этот ответ номер 3 относится к чему? К 25-му заданию. А там он, разумеется, не подходит. И он его вычеркивает как неверный элемент ответа. Откуда же он поймет, что это на самом деле вы вернулись к заданию номер 17? Поэтому, чтобы у нас не было лишних третьих проверок, для того, чтобы не было никаких поводов для апелляции, недоразумений потом, друзья мои. Если вы решили что-то дописать, отмотайте сначала в начало своего бланка. Там, где у вас задание было номер 17 и ваш ответ, напишите окончание «смотри» на листе, допустим, номер 4. Говоря современным языком, гиперссылку поставьте. И тогда эксперт, увидев эту фразу, сразу же отмотает на нужную страницу, а там, конечно же, вы должны написать задание номер 17, окончание. Увидев эту надпись, предостерегающую, эксперт поймет, что это не третий ответ на 22-й вопрос, а это третий ответ на вопрос 17. И добавит этот недостающий балл к заданию номер 17. И все ваши баллы гарантированно не будут потеряны и останутся с вами. Итак, посмотрим на конкретную задачу. В государстве Z активно развиваются инновационные компьютерные технологии. В структуре экономики на первый план выдвигается сфера услуг, в социальной структуре преобладает средний класс. В ходе социологических опросов было установлено, что в государстве Z в период с 2008 по 2018 год на 45% выросла доля учащихся школ, воспользовавшихся правом выбора наиболее удобной формы обучения в соответствии со своими целями и интересами. Школьники и их родители отмечают общую ориентированность системы образования на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, сохранение и укрепление здоровья школьников. Социологические опросы показали, что в государстве Z преобладают семьи демократического типа. Государство Z включает в себя 5 территориальных единиц, не обладающих политической самостоятельностью. Законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. К какому типу относится общество Z? Какую тенденцию развития образования иллюстрируют приведенные данные? Что характеризует семью демократического типа? Приведите любые две характеристики. Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, что государство Z унитарное? Каков будет алгоритм выполнения этого задания? Мы видим, первый вопрос, который нам задали, это тип общества. Еще раз читаем текст задачи и ищем, какой абзац этого текста дает ответ на этот вопрос. В данном случае это в первом абзаце содержится информация. Дальше задается второй вопрос. Какую тенденцию развития образования иллюстрируют приведенные данные? Где вообще у нас что-то говорится о системе образования? Информация об этом дается во втором абзаце текста. Третий вопрос. Что характеризует семью демократического типа? Приведите любые две характеристики. И вот тяна. Мы видим с вами, что в третьем абзаце нет ответа на этот вопрос. Там просто сказано, что преобладают семьи демократического типа. Значит, нам с вами эта информация к размышлению, что придется мучиться самим и вспоминать минимум две характеристики семьи демократического типа. И сразу же, забегая вперед, скажу вам неприятное известие. Татьяна Евгеньевна подготовила 3 модели задания номер 22. Первая модель та, которая перед вами, когда в тексте хотя бы сказано, что такие семьи существуют. То есть хотя бы словосочетание «семья демократического типа» в тексте присутствует. И вы должны будете из головы написать от себя чину, да, 2 признака. Вторая модель, второй вариант этого задания, когда спрашивается, есть ли в тексте информация о том, какой тип семьи в этом государстве, по каким признакам, свой ответ аргументируйте.
И если в тексте вообще ничего нет, нет даже словосочетания «семья демократического типа», то вам придется написать, что этого ответа в тексте нет, но это полбеды. Это даже не полбалла, это присказка, а не сказка. Вам нужно аргументировать, почему вы не видите ответа на этот вопрос. Значит, нужно написать, что я не вижу, что в этой семье обязанности исполняются по очереди или совместно мужем и женой. То есть написать какой-то явный признак этой самой демократической семьи, отсутствующий в условии задания. А если вы просто написали «нет ответа», это будет потерянный балл за ответ на этот вопрос. И третий вариант представления этого задания, когда спрашивается про то, чего нет вообще. Например, нам рассказывается про это самое несчастное государство Z. Вы, наверное, уже уловили логику составителей, что четыре вопроса будут связаны с четырьмя совершенно разными сферами жизни общества. Чтобы в одном вопросе проверить, что вы запомнили из раздела «Человек и общество», в другом вопросе посмотреть, а что вы помните об экономике, в третьем вопросе, а что вы помните о социальных отношениях, в четвертом, например, о политике или о праве. Но вот в чем сложность третьей модели этого задания, которая в последние годы все чаще и чаще встречается? Когда вы должны написать два вопроса, ответ на который даст информацию об этом государстве. Когда, например, вот наше несчастное государство Z, и Татьяна Евгеньевна спрашивает, какие два вопроса нужно задать, чтобы понять, государство Z это монархия или республика? Или это перед нами президентская республика или смешанная республика? То есть вам нужно эти таблички, я обращаюсь в данном случае в первую очередь к ученикам, хотя и ученики эти таблички, конечно же, делают. Сравнительная характеристика политических режимов, сравнительная характеристика форм правления, сравнительная характеристика форм административно-территориального устройства. Кстати, это не обязательно вопрос может быть только про форму государства. Когда спросят, объясните, ответ на какие два вопроса даст мне информацию о типе экономической системы. Передо мной рыночная экономика или централизованная плановая экономика. То есть, чем отличается одно от другого? Мы тоже составляем подобную сравнительную таблицу, но теперь ее придется генетически модифицировать. К этим нашим традиционным столбикам, которые соответствуют типам рынка, которые соответствуют типам экономических систем или разновидностям форм правления, нужно добавить слева еще один столбик. Вопрос, по которому мы сравниваем между собой. И таких вопросов должно быть несколько. Почему? Потому что отличие, например, президентской республики от смешанной республики, они в мелких нюансах кроются. Гораздо легче найти отличие, допустим, парламентской республики от президентской. Но кто сказал, что все на экзамене будет так легко, что вам две абсолютно контрастных формы дадут сравнивать? Могут что-то очень похоженькое, поэтому не ленитесь, друзья мои, а чем больше вопросов вы составите в этой таблице, и разными цветами я вам предлагаю маркировать полярные ответы, где ответ «да», а где ответ «нет». Где наследуемая власть, а где избираемая власть. Вот вы написали одно красным, второе зеленым, и вы визуально сразу видите, что да, этот как раз вопрос, он является самым важным для отличия одного от другого. А если мы два других столбика этой таблички возьмем, допустим, конституционную монархию сравнивать будем с дуалистической монархией или дуалистическую с абсолютной. Там уже совсем другие ответы, на другие вопросы дадут контрастные ответы. Поэтому нам придется каждый раз в голове вспоминать эту таблицу, вспоминать эти вопросы и именно их писать в качестве ответа. Ну вот по иронии судьбы чаще всего это как раз третий вопрос в задаче может быть задан теперь в вопросительной форме. Ну и в нашем случае четвертый вопрос. Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, что государство Z унитарное? Ну а теперь я вам говорю, могут в вопросительной форме.
докажите, да, или задайте вопрос, по которому я могу определить, что это унитария. Итак, мы видим ответ на четвертый вопрос, он у нас вот здесь. И посмотрите, что у меня остались незакрашенные фрагменты текста задачи. Это сделано специально, умышленно. В задаче всегда будет дана лишняя информация для того, чтобы вас запутать, чтобы вы сделали фальстарт и гарантированно неправильно ответили на какой-то из вопросов. Поэтому будьте, как говорится, внимательны и осторожны. И потом, когда вы все эти отличия нашли в тексте, вспомнили недостающие элементы, как в нашем случае нужно было вспомнить признаки демократической семьи, запишите их в лист ответа номер 2. Теперь задание номер 23. Это задание, посвященное Конституции Российской Федерации. Вроде как и задание это несложное на самом деле, но статистика показывает, что знания наших детей хромают. Причем хромают они сразу по двум фронтам. Во-первых, дети плохо понимают формулировки заданий и очень поверхностно знакомятся с характеристикой нашей Конституции, но это только часть беды. Еще большая категория детей хромает и страдает из-за того, что она не обращает внимания, что это задание не про абстрактную страну Z, не про идеальную конституцию моей мечты, а это задание про Конституцию Российской Федерации. Поэтому ваши ответы должны быть взяты из текста нашей Конституции. Не Конституции США, не Конституции Монголии, не Конституции Бангладеш, а именно из Конституции Российской Федерации. И должны быть сформулированы именно таким образом, чтобы соответствовать положениям нашей Конституции. Никакой отсебятины в тексте ответа быть не может. Даже не в Конституции вашей мечты. Россия может вас облагодетельствовать еще какими-то правами и свободами, но если это текстуально не соответствует тексту нашей Конституции, действующей по состоянию на 2024 год, ответ будет засчитан как неверный. В частности, например, мы не засчитаем вам ответ, что в России есть право на бесплатное образование. Почему? Потому что необходимо указать, на каком именно уровне образование является бесплатным. У нас бесплатным в России является дошкольное, начальное и основное школьное образование. А дальше оно осуществляется бесплатно, только на конкурсной основе. Кто ж вам гарантирует всем бесплатное поступление в вузы, например? Поэтому важно указывать в точном соответствии с нашей Конституцией. У нас нет в Конституции права на труд. Не путайте с Советской Конституцией 1977 года. У нас провозглашена свобода труда. Это совершенно разные вещи, не совпадающие по объему между собой. Право на труд – это значит, государство обязано предоставить вам работу, но у вас нет права выбора. Куда пошлют? Песчаный карьер 2 человека. Вот и пойдете копать песчаный карьер. Свобода труда – государство вам вообще ничего не обязано. Но вы сами выбираете, где вы хотите работать, и ищите работу для себя в соответствии со своими склонностями и предпочтениями. Поэтому будьте внимательны и осторожны в формулировках своих ответов. Это задание тоже может быть предъявлено вам в виде одной из двух моделей. Первая модель сейчас перед вами на экране. Когда какое-то одно положение Конституции вам нужно будет подтвердить сразу тремя примерами. Например, Конституцию Российской Федерации называют социально-ценностной Конституцией. На основе положений Конституции приведите три подтверждения этой характеристики. И дальше обратите внимание, курсивом набран требование к вашему ответу. Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространенное предложение с опорой на конкретное положение Конституции. Но при этом номер соответствующей статьи или части статьи указывать не нужно. То есть можете не засорять себе голову, статья 17, часть 1, это не требуется. Главное, чтобы вы ориентировались в тексте, что в принципе в содержании этой 17 статьи написано. Итак, каков будет алгоритм работы с таким заданием, с такой его формой предъявления? Первое, что мы должны с вами вспомнить, раз речь идет о ценностях.
то нужно вспомнить, в каких именно главах Конституции закрепляются основные ценности общества. Где речь идет о ценностях? А эти ценности, у нас находящиеся под защитой Конституции, связаны либо с основами конституционного строя, это первая глава нашей Конституции, либо с правами, свободами и обязанностями граждан. А это вторая, да, частично может быть третья глава Конституции. Но вспомним еще один важный нюанс. Первая, вторая и третья главы Конституции у нас с вами являются неизменными. Изменить их невозможно. Ни с помощью закона, принятого Государственной Думой, одобренного Советом Федерации, ни с помощью референдума. Их изменить можно только, сменив Конституцию целиком. Поэтому у нас с вами было проведено всенародное голосование по добавлению добавок в другие главы Конституции. Но они, по сути дела, дополняют и конкретизируют положение первой, второй и третьей главы. Поэтому для того, чтобы правильно ответить теперь на задание номер 23, надо обязательно изучить текст поправок и дополнений, внесенных в Конституцию посредством всенародного опроса, который был проведен. Потому что информация оттуда вам точно потребуется, по крайней мере, в части вариантов, для того, чтобы дать верный ответ. И после этого нужно записать свой ответ. Что, например, в Конституции Российской Федерации утверждается ценность прав и свобод человека, гражданского мира и согласия. Что в Конституции закреплены социальные ценности, вот они, поправки Конституции, исторической памяти, патриотизма, детства и семьи. Что в Конституции закреплена ценность российской культуры и разнообразие культур народов России. Это тоже внесено поправкой в Конституцию. И что в Конституции закреплен социальный характер российского государства. Это в первой главе содержится. То есть вы видите, что из четырех, ну, вам нужно любые три вспомнить, но даже в предложенном Татьяне Евгеньевне варианте ответа три являются текстами поправок. Теперь второй вариант, вторая модель представления задания номер 23. Когда вам нужно три разных положения Конституции конкретизировать тремя разными примерами. Там было одно положение тремя примерами, а тут три разных положения тремя разными примерами. Например, Конституция Российской Федерации закрепляет основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. На основе положения Конституции объясните смысл следующих характеристик российского государства. Первое. Федеративное государство. Второе. Наличие условий для свободного предпринимательства. И третье. Гарантия презумпции невиновности. То есть, видите, у нас 1, 2, 3. Уже пронумеровано, чтобы вы поняли, что требуется три разных ответа на три разных характеристики государства. И еще раз подчеркиваю, да, речь не об абстрактной стране Z, а речь именно о России. Потому что очень много детей, которые изучают федерацию просто как абстрактную политологическую схему в теме форма государства, могут вспомнить те признаки федерации, которые не характерны для России. Например, двухуровневое гражданство. У нас в Российской Федерации никакого двухуровневого гражданства не существует. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Ваши характеристики федерализма должны соответствовать именно России, именно Российской Федерации. И мы можем в качестве ответов с вами указать, что у нас по Конституции разделены предметы ведения между федеральным центром и регионами, что в Конституции при ответе на вторую характеристику закреплено право частной собственности и свобода ведения предпринимательской деятельности. Ну и суть принципа презумпции невиновности, что в Конституции закреплено, что никто не может быть признан виновным, иначе как по приговору суда. И у нас остались два последних многотрудных задания единого государственного экзамена. При том, что напряжение нарастает, время на экзамене заканчивается. Это самые многобальные задания ЕГЭ. Соответственно, нужно самое большое внимание уделить ответу на эти вопросы. Задание номер 24 даст вам сразу 4 первичных балла.
а задание номер 25 сразу 6 первичных баллов. В сумме это десятка, а при переводе во вторичную систему это может дать вам эти 10 баллов конвертироваться от 15 до 20 итоговых баллов. То есть это такой джекпот, да, главная сумма, которая, по сути дела, отделяет вас от двери вуза, дает вам возможность поступить на бесплатное отделение какого-нибудь топового вуза на территории Российской Федерации. Итак, сначала рассмотрим общие требования к плану. Это задание номер 24. План должен быть обязательно сложным по структуре, то есть в нем должны быть пункты, причем минимум 3 пункта в этом плане должны быть разбиты не менее чем на 3 подпункта каждый. Второе требование. План должен полностью раскрывать тему. То есть никто не сказал, что в вашем плане только 3 пункта и должно быть. Пунктов должно быть столько, чтобы охватить всю тему целиком. Это для любителей экономить время и бумагу на ЕГЭ. Третье. На подпункты должны быть разбиты именно те пункты, которые позволяют раскрыть вашу тему по существу. Именно на проверку этого и нацелен критерий 24.1. Потому что ваша разболовка по этому критерию как раз и зависит от того, назвали вы 3 сущностных пункта и все 3 раскрыли в 3 корректных подпунктах каждый, 3 балла положили в свой кошелек. Назвали 3 сущностных пункта, но только 2 из них корректно раскрыли на 3 подпункта. 2 балла вашей копилочки. Назвали 3 сущностных пункта, и только 1 из них раскрыт в 3 корректных подпунктах. Только 1 балл у вас за душой. Все иные ситуации, не предусмотренные правилами, то есть видите, везде цифра 3. Вы в любом случае должны назвать 3 сущностных пункта. Вот почему я еще раз говорю, что план должен полностью раскрывать тему. Если вы тему знаете только наполовину или на треть, вы 3 сущностных пункта никогда не угадаете и не раскроете. А все иные варианты приводят к выставлению 0 баллов за этот критерий. И правильное выполнение алгоритма номер 3 влияет еще на что? Только если по критерию 24.1 вы получили 3 балла, только в этом случае ваша работа оценивается по второму критерию 24.2. И если в вашем плане все формулировки пунктов и подпунктов являются корректными, то есть не содержат в себе фактических ошибок, вы получаете суперприз, еще один 4-й дополнительный балл за это задание. Что значит корректные подпункты? Как понять, насколько я корректен? Какие именно требования предъявляются к формулировкам пунктов и подпунктов? Первое требование. Не засчитываются пункты или подпункты, имеющие абсолютно формальный характер. Конечно, сейчас при прочтении вы будете смеяться, но каждый год находятся такие школьники, которые делают пункты под названиями «Введение», «Основная часть», «Заключение» и больше ничего. Или «Общее» и «Особенное». Положительное и отрицательное, без понятия, что положительное. Факторы, влияние или что, когда просто написаны слова положительное и отрицательное. Ну и хит сезона, пример номер 1, пример номер 2. Или определение термина, и не указано даже, о каком именно термине идет речь. А вы, эксперты, сами догадываетесь, что имел я в виду. Все такие пункты беспощадно вычеркиваются. Также не оцениваются пункты или подпункты, содержащие в себе фактические ошибки. Сразу отвечаю на вопрос, что значит пункт или подпункт содержит фактические ошибки. Ну, первый пример, это когда вы пишете, что у государства есть функция, а такой функции не существует в принципе. Или вы перепутали, и вы хотели, вас спрашивали про функции государства в рыночной экономике, а вы написали в качестве функции характеристику централизованной плановой экономики. Одно перепутали с другим. Это тоже фактическая ошибка. Но что кроме этого будет считаться ошибкой? Вот всегда спрашивают дети, насколько грамотным нужно быть на ЕГЭ? Вообще, конечно, моя мечта, чтобы все наши дети были грамотными. Но, увы, проза жизни показывает нам, что
ЕГЭ по обществознанию обычно сдают после ЕГЭ по русскому языку. И, друзья мои, у меня такое ощущение, что вы порой вообще забываете русский язык сразу, как только сдали ЕГЭ по русскому. Чудовищное количество орфографических ошибок, пунктуационных ошибок, стилистических и речевых. Вы потом даже на апелляции сами не можете прочитать текст своей работы. Люди, боже мой, это я написала. Хочется сказать, нет, блин, это я за тебя написал. Вот, взял черную гелевую пасту и сам за тебя дописал неправильные ответы. Но, к сожалению, в советской школе было понятие единого орфографического режима. И там и историк, и обществовед отмечали и снижали оценки за ошибки по русскому языку. Сейчас на ЕГЭ по обществознанию правила более либеральные, но они все-таки есть. Если вы ошиблись в каком-то случайном слове, это не смертельно. Если вы не помните, глагол «говорить» пишется через «а» или через «о». Но если вы ошиблись в каком-то обществоведческом термине, вы не знаете, как правильно пишется «прецедент» или «прецедент», или пишется «россизм», я говорю об абсолютно конкретной работе, получается проверочное слово, видимо, «Россия», или пишется «расизм» с буквой «а» и с одной буквой «с». Любая ошибка в обществоведческом термине – это фактическая ошибка, за что вас покарают вот в данном случае в задании номер 24. И что еще будет считаться ошибкой? В том случае, если вы описываете какой-то процесс общественный, допустим, стадии экономического цикла. Вы понимаете, что это кривая, это синусоида, которая имеет определенную последовательность фаз. И вы путаете эти фазы между собой. Да, конечно, потом на апелляции вы ловчите, говорите, но синусоиду можно начать анализировать с любой точки. Допустим, с любой точки. Даже с точки роста можно начать, да, даже с пика начать. Но в любом случае последовательность, когда вы в подпунктах называете фазы, она должна быть безупречной. Раз вы начали с пика, тогда, значит, в правильной последовательности и перечисляйте. Если вы начали с дна, значит, с этого места, но в карьер, в правильной последовательности вы перечисляете. Перестановка мест слагаемых в данном случае изменяет смысл. И это будет считаться ошибкой. Точно так же, если у вас, допустим, вторичная социализация предшествует первичной. На самом деле это наоборот. Это тоже будет считаться ошибкой. Поэтому, когда вы что-то раскрываете в подпунктах, вспоминайте логику, вспоминайте последовательность действий. Здесь это может быть принципиально важно. Ну и, конечно же, любой из конкретизируемых пунктов должен иметь не менее трех подпунктов. Вот это правило, которое появилось не так давно, в прошлом году, но оно очень строгое. Потому что теперь дети, которые поставлены перед ситуацией, что должно быть три сущностных пункта, и я не знаю точно, какие я это три, каждый из них должен быть раскрыт на три пункта. Начинают методом случайного тыка пытаться раскрывать на подпункты едва ли не каждый из пунктов своего плана. Но, друзья мои, если вы при этом где-то моргнули и один пункт раскрыли не в трех, а только в двух подпунктах, это уже получается ошибка, за которую вас покарают. Единственное исключение, о котором предупреждает Татьяна Евгеньевна, если с точки зрения науки у этого термина в принципе не может быть два подпункта. Вот социализация, она бывает только первичная и вторичная. Третичную еще никто не придумал. То здесь два подпункта вас никто за это не покарает. Но если с точки зрения научного обществознания здесь можно написать 3, 4, 5 подпунктов, цифрой 2 вы обойтись уже не можете. Ну и теперь алгоритм выполнения. Да, что нам необходимо сделать? Первое, с чего нужно начать, это определить границы темы. Потому что любая информация, не отражающая специфику темы, не будет учитываться при проверке. Допустим, у вас тема плана «Социальный контроль», вы смутно помните, что это где-то в разделе «Социология». И начинаете лепить. Первый пункт – что изучает социология? Второй пункт –
и переписывайте название первого параграфа в разделе по социологии в вашем учебнике. Второй пункт, название второго. То есть вы фактически оглавление учебника нам переписываете вместо ответа на конкретный вопрос, что такое социальный контроль. Это недопустимо. Вся эта информация будет вычеркнута и не будет никак учитываться при проверке. Второе. Обратить внимание на формулировку темы, потому что иногда в самой формулировке есть подсказка, намек на обязательные пункты. Если план у вас называется «Семья в современном мире, типы семей», вот вам уже с типами семей подсказка. Значит, здесь главное внимание нужно уделить классификациям. А классификацию-то можно провести по разным классифицирующим основаниям. И фактически каждое основание станет для вас отдельным пунктом в вашем плане. А под пунктами будут, на какие разновидности, в зависимости от этого признака, можно разделить семьи. Третье. Нужно выделить эти самые сущностные характеристики темы. Дети всегда спрашивают, как я могу угадать, какие пункты являются обязательными. А ничего угадывать не нужно. Для того, чтобы раскрыть тему по существу, нужно обратить внимание на любые причины, любые последствия, любые функции, а если речь идет об органах власти, то на их полномочия. Нужно обратить внимание на классификации, типы, виды, формы. Если это процесс, то на его периодизацию, выделив в нем этапы. Дать характеристику, если речь идет о каком-то социальном явлении, назвав признаки, особенности, видовые отличия. На внутренний состав, выделив в нем элементы. Если что-то на что-то влияет, то выделить факторы, внешние, внутренние, которые могут на что-то повлиять. Например, какие внешние, внутренние факторы влияют на цикличность экономического развития. Именно это и будет вашим костяком плана, это и будет теми самыми обязательными пунктами. Дальше мы составляем план на черновике. Это едва ли не единственное задание ЕГЭ, где вам действительно может потребоваться черновик. Потому что пунктов много, подпунктов еще больше. Будете чиркать, пока будете вспоминать. Вот здесь черновичок потребуется. Но, друзья мои, помним, черновик хорошо, а чистовик, бланк ответа номер два, лучше. Ваши черновики не приобщаются при сканировании к вашему ответу. Они уничтожаются прямо в пункте приема экзамена, в ППЭ. Поэтому, когда эксперт получает на проверку работу, в которой написано задание номер 24, и дальше написано «Не успел, смотри на черновике». Я тоже цитирую абсолютно реальную работу ребенка. Мне некуда смотреть, у меня нет черновика, как у эксперта. Черновик уже уничтожен. Соответственно, эксперт в таком случае ставит 0 баллов за это задание. Поэтому черновиком пользуемся, но не забываем потом все это перенести в свой бланк ответа. Вот последнее, да, что нужно сделать, перенести бланк. Ну и на примере конкретной темы вам покажу. Тема плана. Правовые основы брака как института семейного права Российской Федерации. Сказано Российской Федерации, сказано института семейного права, это не случайно. Это ограничения, которые наложены составителем задания на ваш ответ. Потому что мы с вами знаем, что тему семья мы еще изучаем и в социологии. Когда говорим о семье как малой группе, когда мы говорим о семье как социальном институте, в данном случае нам нужно только юридическое содержание этого института. Поэтому в ваших пунктах не должно быть ничего, что пахнет социологией. И у меня уже выделены разной интенсивностью цвета желтым названия смысловых пунктов с точки зрения семейного права. Это принципы регулирования семейных отношений. Это заключение брака, какие условия необходимо заключить, либо какие обстоятельства могут воспрепятствовать заключению брака. Правовой режим имущества супругов, какие у них есть личные права и обязанности, и расторжение брака. В каких случаях, да, брак прекращается, да, либо когда он расторгается в органах ЗАГС или в судебном порядке. Менее яркой желтой окрасочкой у меня выделены это альтернативные пункты. То есть, если у вас будут только они, это вам
сгруппируют вместе, и вот это вам тоже сгруппируют вместе. Лучше все-таки опираться на те пункты, которые у меня выделены темно-желтым цветом. Ну и мы с вами дошли до финала. Последнее задание во всех смыслах слова, задание номер 25. Последний бой, он трудный самый на ЕГЭ. Задание трехсоставное теперь. Чтобы вы не запутались даже цифрами. 1, 2, 3 для вас теперь части задания выделены. Первая часть. Обоснуйте необходимость политического многообразия, многопартийности в демократическом обществе. Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между собой распространенных предложениях. Раскрывать причинно-следственные и или функциональные связи. Какие функции выполняет политическая партия в современном обществе? Назовите любые три функции. И третья часть. Для каждой из указанных в пункте 2 функций приведите по одному примеру, иллюстрирующим его реализацию в Российской Федерации. Каждый пример должен быть сформулирован развернуто и содержать указания на то, как реализация данной функции способствует нормальному развитию общества. Есть несколько важных смысловых моментов в этом задании. Первый момент. Два минимум предложения при ответе на первый вопрос. Причем предложения разные по своей сути. Не то же самое другими словами, а это должны быть разные причинно-следственные связи или разные функции. Во втором требуется, чтобы поставили балл, именно три функции. Одна, две, ни балла вам не дают. И второй пункт логически связан с третьим. Потому что если у вас не хватило функций здесь, у вас уже гарантированно не хватит примеров. Или если здесь вы написали три, но из них две неправильных, вы уже потеряли целый балл по второму критерию, и два из трех примеров уже гарантированно не подходят, вы еще и здесь теряете 2 балла. И самое большое внимание нужно уделить формулировке третьего пункта задания. Здесь сразу два уязвимых момента. Первый момент. Важно посмотреть, пахнет ли в этом задании Россией. Видите, в нашем случае это неизбежно. Сказано, в Российской Федерации. Значит, вы можете приводить примеры только про реально существующие российские партии. Ни про партию «Бабочка», ни про партию «Цветочек», ни про партию «Любителей пива» примеры засчитаны не будут. И также рассказано, в Российской Федерации никакая страна Z не подходит. Второй момент. Вот надо посмотреть на то, что написано курсивом. Есть ли вот эта дописка? Что нужно показать, как реализация данной функции способствует нормальному развитию общества. Если дописки нет, ваше счастье. Вам всего лишь нужно в примере назвать функцию, назвать реально существующую партию и придумать какую-то конкретику, как эта партия эту функцию реализует. Но если к вашему несчастью есть добавление, вам, к примеру, еще нужно будет дописывать причинно-следственную связь, как реализация этой функции способствует нормальному развитию общества. Так что алгоритм мы уже с вами проговорили. Минимум 2 предложения в обосновании, не дублирующих друг друга по смыслу, вспомнить название функции партии из раздела «Политология» и составить конкретные примеры реализации реально существующими в России партиями, пояснив, как каждая из них способствует нормальному развитию общества. И что у нас получится в результате, да? Многопартийность позволяет всем гражданам, независимо от своих политических взглядов, участвовать в управлении государством. Вот вам первое объяснение. Участвовать в управлении – первая функция. Многопартийность является важным условием для представления всего спектра мнений граждан в политике, что является одним из важнейших принципов демократии, потому что в условии сказано, что обязательно в демократическом обществе. Три функции, например, подготовка и выдвижение кадров, выявление, формулирование и обоснование интересов больших социальных групп, активизация и интеграция больших социальных групп. А вот как из этого составить примеры? Сначала вспоминаем партии.
Здесь, друзья мои, на ваше усмотрение, количество партий не имеет значения. Вы можете все три функции привести на примере одной и той же партии. И если вы больше никаких партий не помните вообще, называйте «Единую Россию». Не ошибетесь. Например, партия «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на пост губернатора Мурманской области. А вот дальше нужно проживать и пояснить, как это способствует, да, нормальному развитию общества. Потому что конкуренция этих кандидатов, да, дает возможность выбрать лучшего из них, который предложит самую реальную программу развития общества. Дальше. Выявление, формулирование, обоснование интересов больших социальных групп. Чтобы нам засчитали, здесь кроме названия партии, в примере нужно будет назвать какую-то большую социальную группу, чьи именно интересы эта партия выражает. Что, например, Аграрная партия России выражает интересы российского крестьянства. И дальше опять же нужно докрутить и дописать, что дает возможность и этой значимой социальной категории отстоять свои интересы, да, в политике. Третий пример, как мы с вами сделаем, активизация и интеграция больших социальных групп. Например, Коммунистическая партия Российской Федерации призвала всех пенсионеров, вот она большая социальная группа, выйти на митинг, посвященный, да, или там с требованием увеличения пенсий, что является, допустим, жизненно важным в условиях нарастания инфляции. Чтобы мы увидели, почему это обществу важно в результате реализации этой функции. Поэтому, если вам досталось задание в такой формулировке, дочитывайте, пожалуйста, все фразы курсивом до конца, то вы видите, пример получается гораздо длиннее. И если этого хвоста в виде значения влияния на общество мы не увидим, то вы сразу 3 балла за свои примеры потеряете. Выполняя все эти требования, работая по этим алгоритмам, я думаю, вы сможете успешно подготовиться и сдать единый государственный экзамен. Спасибо большое вам за ваше внимание.